Так смачно и чудно уплетал вареники гоголевский запорожец Пацюк. Действие вечеров разворачивается еще в 17 веке. Уже тогда вареник считался национальным украинским блюдом. Миновало уже 3 столетия, а потомки украинцев все так же свято чтут гастрономические традиции предков. Уже 4-й год подряд славу варенику поют и на благодатной Алтайской земле в Романовском районе, где 130 лет назад обосновались выходцы с Украины. Варенички мои, варенички мои. Фишка? Слушайте, то, что мы соблюдаем вот эти традиции, дух вот старый, вот от тех времен, который передался у нас от предков. Вроде бы как уже и должно бы не позволяло мне тут этот, придуриваться. Но широка душа. Широка душа, понимаете, вот действительно, свобода какая-то. Вот, чувствуется, что жизнь продолжается, жизнь кипит. В вареничную страну съехались жители 5 регионов России и соседнего Казахстана. Начался праздник с торжественного открытия волшебного арт-объекта. Такой вот красавец вареник установили в алтайском селе Романово. Высота его больше 2 метров. Когда будете здесь, обязательно приходите и потрите бачок угощения и загадайте желание. Оно обязательно сбудется, а в семье будет царить мир и процветание. Готовясь к фестивалю, алтайские хозяюшки не спали больше суток. Лепили вареники со всевозможными начинками. Их больше 50, но всем не угодили. С лопухами предлагаем. В следующий раз с лопухами, чтобы были вареники. В этом году фестиваль встретил 5000 гостей. Это, правда, на 2000 меньше, чем в прошлом. В Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который тоже посетил праздник живота, поставил задачу максимум на будущий год. Задача добиться, чтобы количество отдыхающих было больше, чем количество вареников. Вот это вот правильно. Но чтобы Романовский район стал центром притяжения туристов, нужно создавать необходимые условия. Пока больше всего подводит инфраструктура. Задача стоит еще более сложная – создать условия соответствующие. Кое-где надо подремонтировать дороги, значит, это самое, линии электропередачи. Ну и а дальше уже, значит, это самое, надо вкладывать деньги. И перспектива в этом направлении огромна. А вот по числу съеденных вареников фестиваль этого года установил рекорд. Гости умяли 950 килограммов, в 2 раза больше, чем в прошлом. Вес самого большого вареника – больше 5 килограммов. Валентина Аскерова, Павел Аурнин. Наши новости.